Сережа, что вы нам расскажете из последних новостей, происходящих в вашей жизни? Нет новостей в моей жизни. А что вы делаете? Ничего не делаю. Кармашек вот хороший. Потихонечку подтрачиваете. Да, уже вот еще 3 дня еще осталось. А почему 3 дня? Через 3 дня приедет принцесса. И все это закончится.